Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. И у нас окончание турнира. Давайте забирать свою награду. Ну, как ты видишь, мастер 3 звезды. И выпадает нам 9660 сюрикенов, 50 ДНК на Пиццелицева, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Я считаю, неплохо, ребята. Так, задания у меня все выполнены уже. Так, в магазин ничего взять не могу. Тут осколки обязательно набью. Блин. А на этой неделе у нас Эйприл. Да причем еще и обычная, да? Что ж такое? Она у меня прокачанная, ребята, да? К сожалению. Эх, опять неделька в никуда у нас с тобой улетает. Так, ладно, я сейчас хочу ДНК на Пиццелицева разбомбить. Быстренько, где вот тут у нас? Куда он спрятался-то? Эй! Вот он. Думает, я его не найду. Ага, конечно. Слушай, ну, 1750 сюриков. Вообще, у нас с тобой, смотри, 34 тысячи. Слушай, ну это круто на самом деле. Давай-ка мы, наверное, с тобой зайдем в магазинчик и глянем. Вдруг что-нибудь... Нет, к сожалению, ничего мы с тобой приобрести не можем. Так, по жетонам 68. Нам нужно с тобой 75. Тоже как-то не фартит. Жетонов у нас с тобой... 405, а нужно нам 610. Так, хорошо. Посмотрим, что у нас за испытания будут. День Донни. Ну, в принципе, друзья мои, в принципе, неплохо. Мы с тобой можем получить Донни видение, да? Донни ролевой, классика, оригинал и Донателло Космос. Единственное, что... Понятно. Донни Космос отменяется вместе, наверное, с оригиналом. Потому что мы не сможем с тобой пройти. Так, космические странности. Что нас тут интересует? Рафаэль Космос, Лео Космос, Майки Космос и Донателло. А дают нам... Ну, вот это мы с тобой получим полностью. Все, все пройдем. Ну, а как обычно, ребята, по стандарту мы с вами начинаем с арены. Так что, поехали. Турнирная ареночка. И мы с тобой сейчас будем бустовать. Надеюсь, мы с тобой доберемся до Сёгуна 3 звезды, а может быть даже до мастера. Так, ну-ка, может быть, нам повезет сразу же покупкам, а? 11-11, никто не хочет дать. Хе-хе-хе, смотри, видишь? Джамиль сделал такую добрую... Такой добрый жест воли, да? Решил со мной подраться. Ну что же, погнали. Ребята, естественно, не будем забываться, что чуть сильнее враг или чуть-чуть послабее, сразу надо будет брать кого-то, команду посерьезнее. Так, ну-ка, Леонардо против Леонардо. О, неплохо бомбанул. Так, накрошили винегрет. Ну-ка, давай-ка теперь этого бибопчика, он на ускорении, поэтому... Ну что ты, Рафаэль, делаешь, а? Давай с бибопом закончим и уже будем уничтожать этого Рафика. Хоп-хоп, нашинковали. Да, друзья мои, первый бой, он на то и первый бой, чтобы, как говорится, хорошенько нам размяться перед остальными боями. Сразу же перелетаем с тобой на воин 2 звезды. Ранг у нас 71, и это только начало. Это только начало. Опа, смотри-ка, 11-12, это у нас Васим. С удовольствием принимаю его вызов. Так, а тут уже смотри, самое интересное, 18 уровни пошли. Но для меня-то это пока не критично. Но если мы с тобой очень-очень быстро сейчас полетим вперед, то помнишь, как было в прошлый раз? Мы с тобой уже фиг знает где. А у нас еще, например, не отыгрались полтиннички. А мы уже с тобой 67-х разбираем. Это тоже неправильно. Кстати, тебе не кажется, что здесь вот между этими персонажами как-то слишком большая дистанция? То есть Муха с Леонардо стоят, ну, как нужно, а Макман почему-то немножко в стороне. Сюда можно будет поставить еще одного спокойного персонажа, да? У меня же все стоят дружненько, а они Макмана, ну, видимо, он воняет, типа, Муха, отойди отсюда. Хотя Мухе-то жаловаться на вонючего Макмана, я не знаю. Взяла бы его, съела, да и все. Че мне в голову лезет? Ой, друзья мои. Ладно, разбираем Макмана. Оу, а Лео что, от постепенного урона нашего Донателло, да, упал? Хм. Крутенько, ничего не могу сказать против. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Воин 3 звезды. Позиция у нас 89-я.
И ищем кандидата. Так. Динант, Олег и Ньяхи. Ньяхи. Нжахи. Ладно, не имеет значения. Давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем Нжахи. Да? Ну, смотри, 18-19 уровень плюс 11-12 кубков. Я думаю, что это для нас оптимальчик. Мы не будем с тобой слишком сильно бустовать именно по рангу. Да, по вражескому. По нашему-то мы с тобой го-го-го влетим как птички. Именно по вражескому мы будем брать, чтобы у нас было норм кубков, но в то же время, чтобы уровень противника был маленьким. Это вот для нас самое то. Ну что, Хан у нас здесь, да? С Хана, пожалуй, мы и начнем. Так, Кейси. Отлично бомбанул. Так, теперь добивай шинигами. Теперь будем браться, наверное, с тобой. Хотя можно бросить бомбочку, да? Можно было и Леонардо, конечно, отдельно попинать. Ага, ага. Все-таки Майки делает свою танцульку. Так, Лео, интересно, успеет или нет? Хотя мы можем с тобой вырубить, наверное, Рокстеди. Так будет правильнее, скорее всего. Ну-ка. Окей. Лео, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Давай бортанем его. Подожди-ка. Кого ты побежал бортовать? Я хотел Лео. А он взял Майки, ушатал. Ну, ладно. Смотри, какой Леонардо крепкий, а? Но, не то, но только не против моих, да, ребятулек. Мои ребятулики его быстро раскормсали. Ну, и мы с тобой, естественно, двигаемся дальше. Так, смотрим. С 89-й позиции мы переходим на 82-ю и в элите. Мы уже с тобой в элите. От этого становится все интереснее и интереснее. Так, 12-13, да? А выберем мы с тобой, наверное, Алисию. А почему Алисию? Потому что здесь есть бронза. Бибоп в бронзе, 23 уровень. Так, а мы с тобой где? 30-е, да, еще отыгрываем? Да, 30-е уровни. Пока никакой имбы мы звать на помощь не будем. Справимся своими силами. Главное, как говорится, расставить приоритеты. В данный момент здесь кто у нас? Жучара еще тут. Ну, Жучара, по идее, Макман. Тьфу ты, Макман, елки-палки, друзья мои. Я уже... попутал. Конечно же, это Крип. Как же так можно попутать Макмана и Крипа? Но они оба зеленые. Оба безобразные, поэтому... не грешно попутать, как говорится, с перепугу-то, да? Слушай, ну мы долго его бомбили. Долго мы его пинали. Так, тихо, не надо. Слушай, ну мы крепко пока стоим. Поехали, в атаку, Пит. Заклевал Леонардо, ты прикинь? Вот это круто. Так, я думаю, что этот от постепенного урона от дуплица мы с тобой будем разбирать Микеланджело ролевого. Есть контакт, и добиваем тогда бивопчика. Ну, согласись, все вообще идет великолепно. Не знаю, сегодня может быть, конечно, пройти какое-нибудь одно из испытаний. Или оставить нам с тобой на следующий раз. Ну, посмотрим. Так, 95-я позиция. Вот здесь, ребята, скорее всего, нам придется уже с тобой два разика побомбить. 12-14. Денис. Окей, берем его. То есть два раза нам придется сделать бой, чтобы нам перейти с тобой на следующую лигу. На элиту 3 звезды. Хотя не факт. Не факт, ребята. Мы сейчас посмотрим, как у нас здесь будут бои происходить. А ну-ка. Так, Макмен, Рокстеди. Ну-ка, давай начнем с массовых атак. Мои кролики сейчас зажарят их. Ага. Так, теперь, я думаю, мы, наверное, уберем отсюда Кирби. Тыч. Теперь, по идее, надо Майки убрать. Ну-ка, рискнем. Вот это плохо. Так, ну что, массовая атака от нашего кожеголового. Вообще идеально бомбит. Слушай, а ты представляешь, сейчас его прокачать, а? По фулочке, вот именно вот эту массовую атаку. Когда он ложится на спину и делает вот этот кувырок. Я думаю, будет отжигать нехило, да? Так, ну что, ребята. Элита 3 звезды, 97-я позиция. Странно, мы с тобой пролетели 100 ступенек. Я думал, что надо будет 2 боя сделать. Но нет. Все четко. Ну что, давай двигаться к самураям. Так, и у нас здесь есть Коннор и есть Канг. Кого мы с тобой возьмем?
А я уже определился. Мы возьмем с тобой Канга. Ты спросишь, почему? Потому что здесь Кирби. Три бронзовые звезды. Соответственно, он должен быть намного слабее наших ребятулек. И, надеюсь, мы разберем. Хотя у нас уже разница, смотри-ка, меньше 9 уровней. Даже некоторые и 8 уровней всего лишь. Так, ну что, тут Корейку, наверное, с тобой попробуем сейчас ушатать. А если гранату? Так, вот теперь Кирби. А он, наверное, успеет хильнуть, да? Ну, он успеет хильнуть. Шиш с ним. Так, вот это плохо, что усиление команды пошло. Так, Донателло сейчас будет двигаться, да? Ну-ка. Фигня получилась. А если мы с тобой сделаем массовую атаку, а? Да ну, что это такое? Что бы сделать? Давай ударим. Так, отлично, Доню выбили. Теперь попробуем Майки. Ну, Майки погибнет от постепенного урона, поверь мне. Майки погибнет от постепенного урона. Нам нужно с тобой сейчас вальнуть Лео и уничтожить Кирби. Смотри, какой жук, а не хочет сдаваться. Ну-ка, так, если сосисочками. Все. Ну что же, неплохо. Хотя немножко можно было бы, конечно, и тут лопухнуться. Потому что ты видел, урон они наносили конкретный. Ну вот, здесь, да, нам придется с тобой два боя сделать. Один сделали и еще один, чтобы нам перейти с тобой в самураи. Честно говоря, я ожидал немножко большего. Ну что же, тут, друзья мои, берем 13-16. Тут даже не обсуждается. Только уровень, конечно, уже здесь. Серьезно, 37-й. 37-й. Так, кого возьмем на помощь? Ваньку? Давай, наверное, Ванюшу возьмем с тобой. Ванька, слава богу, хоть немножко прокачан. У него есть пулеметная дробь, да? У него есть граната. Так, Шреддер начинает первый. Вызывает своих болванов. Теперь пулеметная дробь. Изи. Да, ребята, я даже сам не ожидал, что вот так вот все пройдет. Ну что же, двигаемся тогда далее. И... На какое место мы сейчас с тобой приземлимся, а? Самурай. 44-й, отлично. То есть нам нужно с тобой еще один бой сделать. И мы с тобой уже будем в самураях две звезды. Так, ну здесь мы возьмем, наверное, с тобой Ханг. Давай Ханга возьмем. Опять опасность, 37 уровень. Хотя, ты знаешь, здесь можем, наверное, и сами попробовать, да, пробиться. Или не сможем пробиться мы. Смотри, уровень почти на 7 левлов, да, мы опережаем. Я не буду рисковать, друзья. Я возьму все-таки для подстраховки, наверное. А кого тут взять-то? Ну, давай нейтрализатора. Все-таки 7 уровней разницы. Не забывай, что у моих ребятулек не прокачаны скиллы. А у ботов, как всегда, все прокачано. Да тем более по фулочке. Так что они могут наносить конкретный урон. Так, начало неплохое. Это делает иммунитет. В принципе, правильно все. Ну-ка, давай ракетницей. Найс. Против нейтрализатора я бы никому не советовал вступать. Потому что он быстро всех разбирает. Так, ну что же, двигаемся с тобой далее. Самурай 2 звезды и 82 позиция. Поехали. Естественно, в бой. Так, и кто у нас тут? Кого бы нам выбрать-то, а? Тут 41 уровень, тут 41, а тут 41 нету, поэтому берем вот здесь. Так, раз, два, три, четыре. И в помощники к нам пойдет с тобой, наверное, давай тигра. Возьмем с тобой тигриного когтя или шархана и будем разбирать их. Так, понеслась, начнем с массовых атак. О-о-о-о, тигр, ничего себе ты. Ударил сейчас, это, конечно, хорошо, мне понравилось. Так, Рокстеди упал, и я думаю, что... Не справился Донателло, понимаешь, не справился, а если так?
Фиговенько. Ну, тигр, естественно, расплющит этого Рокстеди. Ой, Бибопа. Что-то я вообще все путать начал, а, ребята? Макмана скрипом, Бибопа с Рокстеди. Что такое? Что происходит? Вот так вот. Плохо, когда болеешь, ребята, плохо. Так, ну что? У нас с вами либо Сагар, либо Владислав. Я возьму, наверное, Сагара, потому что здесь, ну, уровень все-таки чуть-чуть поменьше будет. Да и противники не более такие опасные. Так, мы уже дошли до полтинников, да? Возьму-ка я, наверное, сюда караечку к себе в помощь. И хотелось бы посмотреть, получится ли у меня сейчас. В общем, сейчас мы сделаем с тобой первый удар будет от карайки. Естественно, бросаем кунаи. Так. Ну-ка. Во, волна. Вот это я понимаю. Вот это вот разыграли мы с тобой. То есть кунаи и волна от Леонардо. И все. Все враги лежат. Ну а мы с тобой передвигаемся дальше. И у нас самурай 3 звезды. Так, ну что, идем до сёгунов. Идем с тобой до сёгунов. А здесь такого взять. А дадут мне 15-19, а? Нет, не хотят. А если еще разок? Вот. Это ус Нжахи. Это же уже был, по-моему, да, у нас? В самом-самом начале он к нам как бы присосался и теперь никак не отсосется. Так, 47 уровень. Практически, ребята, полтинники. Не практически, а полтинники. Самые настоящие, поэтому здесь придется мне брать Армагона. И самое главное, чтобы у них была инициатива поменьше. Иначе нас тут расплющат. Ну что, начнем с валуна. Так, валун мы с тобой бросаем. Ё-моё. Армагон, ну ты красавчик. Ну, я тут ничего не могу сказать, ребята. Вы все прекрасно видели, один валун. И вся вражеская братва лежит. Так, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, еще один бой, и мы уже будем в сёгунах. Это круто. Так, кого бы здесь нам взять? Нет, давайте мне 15-19, раз уж начали. Не надо мне опять давать 14-18. Зачем вы понижаете ставки? Во, во. Ноунейм, короче, у нас здесь. Я возьму, наверное, Бакстера Стук. Железноголовый, подожди, пока не надо тебе здесь делать. Слушай, ну опасно. Тут даже уровень уже повыше. Надеюсь, выживем. Надеюсь. Да, выжить-то мы выживем. Я надеюсь, что мы с тобой не потеряем ни одного из бойцов. Вот что самое главное для меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот зачем, блин. Вот это-то зачем ты сделал, а, Майки. Хотя. Хотя, подожди. Интересно, попадет Шреддер, а? Своим суперударом. Давай попробуем. Сплинтер, конечно, сейчас ответку даст. Нет, не стал. Что ж такое с ним произошло-то? Так, ну что, Рокстеди? Ну-ка, давайте с вертушки. Опачки. Ну и добиваем Сплинтера. Хотя морозильная кошка вряд ли. Оу! Смогла, как ни странно. Ну что же, ребятушки, двигаемся с вами дальше. Мне нравится, как у нас все идет. Без потерь, тьфу-тьфу-тьфу. Все отлично, и мы с тобой уже в сёгунах. 64-я позиция. Шикарно. Так, берем здесь с тобой 15-20. Это даже не обсуждается, ребята. Это даже не обсуждается. Беру Усаги. Раз, два, три, четыре. Ох, сейчас будет жарко. Опять же, говорю жарко, а сам думаю, а если Усаги, например, на кого-то не повесит постепенный урон, вряд ли он их всех вырубит с одной вертушки. Хотя, кто его знает, давай посмотрим. Так, крутится-вертится наш кролик. Слушай, он меня не подвел. Он красиво сработал, ребята, и в любом случае этот погибнет. Потому что там был постепенный урон. Шикарно, никаких претензий у меня к Усаги вообще нету. Ну а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, куда приземляемся. 16 место, окей. Так, 15-20, продолжаем с тобой. Это у нас Монприст Сигн. Вот с него и начнем. Здесь я беру Леонардо. И вот этих вот ребятулек.
Слушай, нам, наверное, не хватит с тобой, да? Чтобы пройти до мастера. Так хочется, ребят, вот серьезно говорю, хочется при бусте добиться ранга мастер. Это было бы вообще круто. Это был бы мой новый рекорд. Нет, ну в принципе у нас есть откаты. 19 штук, мы можем их использовать. Только вот зачем? Я думаю, что не стоит, да? Лучше нам приберечь резерв. Все равно нас отсюда сбросят рано или поздно. И нам придется опять с собой вверх подниматься. Вот там как раз нам и пригодятся с тобой уже эти откаты. А сейчас их сливать нет смысла. Я думаю, вы, ребят, со мной согласитесь, да? Вот, наконец-то. 16:21. Так, Лео, давай возвращайся. И мы отыгрываем вот этих вот ребятушек. Поехали. А что отыгрываем, ребят? Сейчас Леонардо просто сделает вертушку, и все эти братюни упадут. Хотя 61 уровень. Может, кто-то и не упадет. Например, Роквелл, да? На тебе. У меня вот постоянно получается Муха и Кирби, они в одной обойме. Как ни крути, они все время, они как присосались друг к другу, так и нет, не это, никак не могут разойтись. Надо их немножко как бы разделить, а то обязательно идут нога в ногу. В одной обойме, в одной команде. Так, что у нас здесь? 15-20, пора бы уже 16-21 давать. Вы так не думаете? Или хотя бы 15-21? Вот. Рауль, поехали. Так, Лео, мы тебя обратно возвращаем. Джастин, так. Ну, в принципе, еще два боя. За два боя мы должны с тобой дойти до Сёгунов три звезды. Тыдыч. Так, Бибоп остался, да, и Рафаэль. Ну, это все вата для нас. Эй-эй-эй-эй. Вот начинает вот змея карай, как всегда. Вот этот вот у нее удар хвостом, если честно, он вообще слабенький. Мне он не нравится. Лучше вот эта вот клешня, когда она начинает махать, да? Там есть эффект еще заморозки. Вот, мне кажется, это лучше. Ну что же, мы с тобой добрались до Лиги Сёгунов 3 звезды. Что-то я смотрю на этот значок и сразу вспоминаю Shadow Fight 2, когда я дрался с Сёгуном. Так, ладно. 16:21. Беру я Денниса. Это, наверное, последний у нас бой, да? Ну, предпоследний получается, да? Окей. Раз, два, три. 4, 5. Да, там можно даже никого в команду уже не набирать, просто великолепной пятеркой всех забомбить. Ну что, поехали. Лео делает вертушку. Окей. Тут пробиваем. Здесь укладываем, и побед за нами. Так, день Дони, день Дони. А мы его пройти весь не сможем, да? К сожалению. Не хватит запала нам. И вот это немножко меня расстраивает. Так, кого бы здесь нам взять? Слушай, вот знаешь, что самое удивительное? В тот раз мы с тобой добрались до мастера, да? А в этот раз у нас почему-то не получается. А в чем проблема? Проблема, наверное, в откатах. Я в тот раз использовал откаты, наверное, да? Сейчас посмотрим, куда я приземлюсь. И если нам чуть-чуть не хватит, я все-таки свой статус должен поддержать. И я должен оказаться в мастерах. Давай глянем, куда меня сейчас сбросят. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, весь результат. Давай-давай. Да, скорее всего, чуть-чуть не... Совсем капельку. Но у меня еще есть там один боец. И сделаем скидку, да? Как будто мы с тобой не отыграли одного бойца. И нам обидно стало, это Донателло. Поэтому возвращаем Леонардо. Возвращаем здесь Усаги. Да, больше никого нету. Возвращаем здесь Зека и... Ну и Армагона. Все. Вот сейчас мы с тобой перейдем в мастер. Да, одна звезда, но все-таки. Так, ну что, поехали. Пумс. Так, Усаги. Ну и Леонардо, конечно же, всех тут добьет. Так, отлично. И жирная, так сказать, точечка.
Все, ребятушки, победа за нами, очередная, и мы с тобой переходим в мастер «Одна звезда». Позиция там будет где-то, наверное, 60-я, может быть, 70-я, а может быть, даже 80-я. Сейчас глянем. 66-я. Слушай, ну я считаю, неплохо. Повоевали. Давай-ка заберем с тобой колоду. Там кто у нас? Мутагеноид. Угу. Жалко, конечно, что в магазине мы с тобой не можем приобрести. У нас 34 тысячи. Это, по-моему, рекорд у меня по нашим сюрикенам. В следующий раз мы с тобой возьмем еще жетоны, да? И будет у нас 91 ДНК на Леонардо классического. Слушай, ну это классно. Прокачаем с тобой Леонардо. Потом будем брать следующего персонажа на прокачку. Так, у нас с тобой есть пицца маленечко, да? Я хочу, знаешь, что сделать? Мне надо... А многие, наверное, подумали, сейчас Рей пойдет в смятение из другого измерения. Нет, ребята, я хочу сделать кое-что другое. Так, где у меня... Что ж ты будешь делать-то? Где Шархан? Вот он. Мне нужно на Шархана... Видишь, я тут уже прокачал до 6-й ступени. Мне нужно определиться. Либо мы ищем с тобой вот это, либо вот это. Но я думаю, что тигриная ярость больше нам нужна. Почему? Потому что, ребята, она может вызвать отложенный урон в течение 3 ходов. Ты понимаешь? В течение 3 ходов будет висеть постепенный урон на противнике. Поэтому, наверное, мы начнем именно с прокачки этого скилла. Так, нам нужно с тобой магнитофоны, да, найти? Так, пока нам выпадает какая-то доска. Так, вот. Магнитофон. Еще один. Так, опять доска для серфинга. Так, давай, давай, родные мои. Не унываем. Слушай, хорошо идет эта катушка с пленкой. Сколько нам еще нужно? Еще две. Раз. И два. Окей. Так, и нужно нам 12 дорожных, или как там, автомобильных номеров. Сейчас попробуем. А вот с номерами что-то вообще как-то кисло, посмотри. Вообще кисляк. Может быть, здесь попробовать? Так, один есть. Второй. Третий. Так, тут минус. Четвертый. Ай, как все плохо-то, а? Пятый. Шестой. Седьмой, ребят, седьмой. А, и пицца, пицца заканчивается, восьмой. Все, ребята, всю пиццу я истратил. И сколько нам? Еще 4 автомобильных номера. И мы прокачаем до 5-й ступени. И вот это будет классно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы, наверное, с тобой закончим. Завтра обязательно пройдем. Ну, естественно, варенки должны подняться с тобой, это раз. А во-вторых, пойдем на испытание Дони. А может быть, и вечерком поиграем. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.